Анонс и точная дата выхода седьмой серии турецкого сериала «Доброта». Седьмая серия сериала выйдет в эфир 10 июня. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как брат Неслихан заметил, что за месяц его отсутствия им удалось прекрасно наладить отношения с Муратом. Неслихан ответила, что они с Муратом просто решили, насколько сильно затянули какую-то глупую проблему. Мурат подтвердил, что эта проблема действительно была глупой, и поэтому им не составило никакого труда с ней разобраться. Но и у Дамлы также жизнь складывается самым наилучшим образом. Ведь нашелся человек, который хочет на ней жениться. Когда Неслихан об этом узнала, то предложила немедленно организовать помолвку. Неслихан предлагает устроить помолвку у них в саду. Но Дамла прекрасно понимает, что Неслихан смогла раскусить их план. И она прекрасно понимает, что на самом деле не может быть никакой свадьбы с Синапом. Их план вот-вот провалится. И Неслихан просто пытается перевернуть данную ситуацию в свою пользу. Когда Синан надел кольцо на палец Дамлы, то оно оказалось ей мало. Но Дамла сказала, что все равно, как оно ей подходит. Но Синан будет принадлежать ей. Неслихан сказала, что такие дела решаются не только кольцами. Дамла с ней полностью согласна. Ведь не только кольцо может связывать любящие сердца. Неслихан, оставшись наедине, сказала Дамле, что она начала эту войну и просто обязана теперь выйти замуж. Напомним, седьмая серия сериала выйдет в эфир 10 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.